Чем проходки восстановлен, докладывай диспетчеру. Угроза второго обвала остается. Как поняли? Как поняли? Пишу, директор, я тебе из психбольницы. Не чаял сроду там очутиться. А что случилось, это кого-то со мною. Так этот кризис тому виною. О нем не ведал раньше я ни сном, ни духом. А тут поверил вдруг каким-то слухам. Пришел со смены я осел, и на ночь глядя включаю телек, будь он не ладен. К нам кризис запада проник, и мало шансов. По телевизору гнала министр финансов, что, мол, казна у нас внезапно отощала. Мол, было много, а стало мало. Кто-то из зрителей задал вопрос опаской, как пострадают Абрамович с Дерипаской. Она сказала, кризис тоже их коснется, вам же помойки делить придется. Сразу пришла с Москвы такая телехрома, есть против кризиса серьезная программа. И что придется вместо бабок брать ребята на то продукты, на всю зарплату. Вованец это с колбасою подтвердила, 16 палок на одно рыло. Но ходят слухи, есть серьезная угроза, что всю получку дадут навозам. Послали как-то нас на мини за свиньями, как ишаки мы 6 машин грузили сами. Приперлись ночью, работяги уже ждали, нас отлупили, свиней собрали, свиной тушей по башке меня охрели. Домой приполз я на карачках еле-еле. Я глянул в зеркало и сердце прихватило. Я там увидел свиное рыло. Свиное рыло это было в моей шапке, в моем пальте, а на копытах мои тапки. Протер глаза, могло же на туре показаться. Отец взглянул и побежал сдаваться. За связь с Америкой нам всем теперь расплата. Нас набралось в психушке целых 3 палаты. Посмотришь, утром стоит очередь сортиры. Сплошные олигархи и сплошь банкиры. Коварный кризис и сюда дошел моментом. Шприцов не стало и других медикаментов. Вместо любимого уже аминозина нам ставит клизмы сестричка Зина. Но как нам, психов, можно кризисом бояться? Психи всех стран, давай объединяться. Эту заразу мы считай, что победили. Вчера 2 греха нам и Кудрин поступили.